Всем привет, вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас будет разговорное видео, это будет видеотег. Я его увидела на канале Альбины. Альбина, вязание и жизнь, если ничего не попутала. И заинтересовалась, перешла по ссылочке, посмотрела, кто автор. Автор мне неизвестен, ну, в смысле, я такого канала не знаю, поэтому будет время, обязательно посмотрю. Может быть, даже подпишусь, если мне понравится. Но мне понравились вопросы тега. Они, конечно, в большинстве своем перекликаются с теми вопросами, которые были в предыдущих тегах. Но вы тоже должны понимать, что за 5, уже даже больше, чем 5 лет ведения канала, в любом случае будут перекликаться вопросы в болталочках. И, ну, как бы, это же... очевидно, да, но приходят новые зрители, кто-то уходит, кто-то приходит, соответственно, информация для кого-то, возможно, будет новая. В общем-то, я решила отснять этот тег для того, чтобы у вас было такое болтательно-развлекательное видео под вязание. Сама в видео буду вязать футболку. На этой неделе я планирую ее совсем немножко продвинуть. Ну и вот сейчас в болталочке мне получается, что кроме футболки особо вязать-то и нечего. Везде или ажур, или нужно продолжить съемку мастер-класса, или какие-то убавки. В общем, надо следить. А в футболке у меня прямое вязание по кругу. Я очень ждала, когда я выйду на круговое вязание, потому что это намного быстрее и приятнее. Так, тег называется «Эволюция от зрителя до блогера». В теге достаточно много вопросов, поэтому болталка обещает быть очень-очень длинной. Ссылку на канал автора, а также на канал Альбины я вам оставляю в инфобоксе. Заглядывайте, переходите, знакомьтесь. Может, кому-то будет интересно, я надеюсь, что такие будут люди. Ну и давайте с вами приступать. Первый вопрос. Когда вы начали смотреть рукодельный YouTube, вы хотели тоже начать снимать видео? Значит, рукодельный YouTube я для себя открыла совершенно случайно осенью 2015 года, когда летом, получается, 2015 года я решила уйти с наемной работы и попробовать зарабатывать деньги самостоятельно, потому что у меня было очень много неудобств, да, связанных с тогда еще маленьким старшим сыном. Мне неудобно было его, не то чтобы неудобно, я не успевала его ни в школу отводить, ни из школы забирать. И было принято решение попробовать не работать по графику, который придумал какой-то чужой дядя, да, а по графику, который удобен лично мне. Ну и вот с тех пор, до сих пор я так и работаю. Значит, я открыла для себя рукодельный YouTube осенью 2015 года. Я сначала, кстати, собиралась шить, да, на заказ, приобрела даже новую швейную машину, но не учла того момента, но я просто об этом не знала, что у меня за годы, пока я работала в офисе за компьютером, жутко упало зрение, и на сегодняшний момент, как бы я ни любила шить, мой потолок — это какой-то такой, знаете, скромный ремонт домашней одежды, чисто вот для себя и для своей семьи. То есть я могу вставить там молнию, подложить брюки, просторчить по швам, ну, какие-то минимальные вещи простые пошить, но там, где нужна четкая строчка, для меня это целая проблема, даже в очках. То есть мне плохо очень видно, и приходится слишком сильно наклоняться. Ну, в общем, неудобно. Это однозначно неправильно так напрягать шею, да, изгибаться в три погибели, чтобы увидеть, где-то там эту строчку ведешь, чуть ли не под носом должна быть она у меня. Вот, и я вспомнила о том, что я же люблю вязать. То есть я сколько работала в офисе, как на предприятиях, так и в детском саду я много лет проработала, да. Я все это время всегда по вечерам вязала, и где-то не только по вечерам. В сад я и на работу вязание носила, в обеденное время успевала провязать немножечко. Вот, там это дело, как это сказать, руководство было не против, да, то есть если вся работа переделана, и есть свободная минута, закрывая двери, чтобы не видели люди,
не задавали лишних вопросов, которым все не имется, да, и сиди себе тихонечко вяжи. Вот, но только если вся работа сделана. Я считаю, что, кстати, это правильный подход, да, чем сидеть и просто ничего не делать, лучше провести время с пользой. И тогда я начала просто вязать. Я себе дала целый месяц. У меня был там дополнительный доход, да, за который я, в принципе, существовала на тот момент. И с этим доходом все было налажено. Там был такой бизнес, который работал сам на себя. Точнее, человек, да, реализовывал продукцию, а я только получала прибыль. Вот, и я себе дала целый месяц на то, чтобы отдохнуть, перезагрузиться. И в тот месяц должно было прийти решение само, чем я дальше буду заниматься. Ну, по крайней мере, я так хотела, да, чтобы пока я буду кайфовать от того, что я дома, что мне не нужно никуда спешить, ни на какие автобусы. Мозги отдохнут, перезагрузятся, и какое-то придет решение. И очень здорово тогда, что я себе это просто позволила. Потому что, как вы знаете, я человек, который очень мало отдыхает. И, естественно, ну чем заниматься человеку, который всю жизнь работал без отпусков, и тут внезапно дорвался до свободного времени ребенок в школе. Я, конечно же, взяла вязание в руки и пошла смотреть сериалы, которые я упустила. Я тогда хорошо помню, что я пересмотрела все серии «Не родись красивой». Это сериал, который я в детстве пропустила. Ну, не в детстве, получается, в юности, да. Я его не смотрела, только урывками. То есть я знаю приблизительно содержание, но о чем я на тот момент не знала. Я пересмотрела все серии. И пока я смотрела эти серии, у меня подружка моя решила меня поддержать и собиралась она в ответке к племяннику своему. И решила... племянница, наверное. Да, там же розовенькая была. И она решила сделать подарок ручной работы и заказала у меня шапочку и пинетки. И в то же время еще мне один, ну, что-то типа заказ поступил от моей бывшей коллеги для ее сына. И получается, что я тогда вязала жилетку шерстяную, полушерстяную, теплую в детский сад на возраст где-то, по-моему, около 2,5 лет, что-то такое. Она такая была, ну, миниатюрная, темно-синего цвета с ранами и жгутами. И вот эти вот пинеточки, тоже повставляю вам фотографии, если пооставались, и шапочка. И если с шапочкой сильно проблем не было, было, по-моему, готовое описание, ну, однозначно, оно есть сейчас в свободном доступе. Шапочку я связала достаточно быстро, но я ее вязала не сразу. У меня были вопросы по пинеткам, потому что на тот момент я всегда пинетки вязала из головы, и... В основном это были пинетки крючком. И мне почему-то тогда показалось, что если я сейчас вяжу так, как я вяжу обычно, то, наверное, это будет не совсем правильно. То есть как-то не по правилам, что ли, вяжу. И я озадачилась поиском какого-то мастер-класса, какого-то описания, возможно, в журналах. И набрала в поиске просто в гугле. То есть я до того момента о существовании Ютуба не то чтобы не знала, я просто об этом не думала. Ну, Ютуб, там какие-то приколы про котов, да, там еще что-то такое. Про то, что там вяжут, я и думать не думала. И мне поисковик сразу же выдал мастер-класс на эти пинетки. Я как сейчас помню, что это был канал Юлии Долговой. Вроде правильно фамилию сказала. Я вот, кстати, не знаю, она сейчас снимает или нет, потому что у нее упор был тогда на мастер-классы, и развлекательного контента было очень мало. Поэтому для меня... Ну, я в основном смотрю развлекательные видео, да. Я там, чтобы я вязала по мастер-классам, я могу по пальцам перечесть эти изделия за 5 лет, которые я на Ютубе. В основном я смотрю развлекалку, если смотрю. Вот, поэтому этот канал, он, конечно, мастер-классу этому огромное спасибо. Я тогда очень быстро связала, и заказчица осталась довольна. И тогда для себя я открыла как раз-таки рукодельный YouTube. Каналы тогда вот самые популярные были. Это Катя Шаповалова, Саша Мун и Катя Кадырова, Даша
Нитман-блог. Я всех этих девчонок пересмотрела, все, что у них было на канале, вплоть даже, по-моему, до мастер-классов. Ну, по крайней мере, открывала, что я их открывала, это 100%. Вот, и как-то постепенно начала находить новых вязальных блогеров. То есть, все, меня полностью затянуло вязальный YouTube. И это, кстати, было тогда очень здорово, потому что не хватало вот этого вязального окружения, пусть даже в интернете, да, пусть даже ты с этими людьми не общаешься, но среди моих знакомых на тот момент не было таких людей, с которыми можно было бы не то чтобы повязать. Вяжущие, кстати, были. Вот мы в Оте прям такой небольшой компанией вязали в обеденный перерыв. Я и еще 3 женщины собирались и ковыряли, но мы из разного возрастного поколения, нам было комфортно общаться, но мы вязали абсолютно разные вещи. Я вязала для себя, а они в основном вязали маленькие вещи для своих внуков, да, вы представляете. То есть у меня еще ребенок маленький в детский сад ходит, они уже внукам вяжут. Вот, поэтому у нас были немножко разные интересы и взгляды на вязание, и, ну, в общем-то, знаете как, вроде люди вяжут, но ты знаешь, что ты бы себе такое не вязал, и как-то вот тяжело было на эти темы разговаривать. А здесь рукодельный YouTube, ты сам выбираешь, что тебе смотреть, кого тебе смотреть. В общем, я влипла конкретно, и, наверное, спустя месяца полтора, может быть, чуть больше, я уже, конечно, так досконально не помню, у меня стали появляться мысли о том, что я тоже, кстати, могла бы, да, вполне себе вести рукодельный YouTube. Я на тот момент, когда стала об этом думать, я уже брала заказы на вязание, то есть я отвязала вот эти 2 комплекта и подумала, почему бы мне не попробовать зарабатывать на вязание. Все это делают, чем я хуже. Вот, и я тогда создавала группу ВКонтакте, целыми ночами была в поисках каких-то привлекательных моделей, но я сразу выбирала те модели, да, предлагала своим потенциальным покупателям, заказчикам, которые я бы хотела вязать. То есть я не люблю вязать то, что мне совсем не нравится. И тогда, возможно, конечно, когда я только набирала базу клиентов, я бы через силу связала. Сейчас ни за что на свете. Все должно приносить удовольствие, в первую очередь, любой процесс. Вязальный в том числе. Поэтому я уже тогда старалась выбирать только те модели, которые мне казались стильными, современными, ну или хотя бы в какой-то степени такими. Вот. И, в общем-то, получив поддержку на тот момент еще моего молодого человека, да, я стала думать о том, как мне эту задумку с открытием собственного канала осуществить, потому что я без понятия, как это все происходило. На тот момент меня в первую очередь интересовал заработок, естественно, потому что я, ну, фактически, да, была одна без мужа и растила одна ребенка на одну зарплату бюджетную, работая в детском саду. Естественно, мне нужен был хороший доход, в смысле бюджетную. Тогда уже не бюджетную, я уже не работала, но опыт предыдущий, да, он был такой горький. Я понимала, что мне нужно поднимать доход свой, чтобы как-то проще было концы с концами сводить. Вот, и поэтому я твердо знала изначально, и я никогда этого не скрывала. И я вообще не понимаю тех людей, которые это отрицают, а потом как-то выходит, что так оно, в принципе, у всех. Я никогда не скрывала, что я на YouTube появилась только благодаря тому, что есть здесь возможность зарабатывать. Это, ну, очевидно, это понятно, что взрослый человек, он хочет зарабатывать деньги для того, чтобы получать свои какие-то условия жизни, да, любые. Вот. И если бы здесь нельзя было зарабатывать, ну, вряд ли бы я сюда пошла, потому что я искала доход, я искала зарплату. Вот. А тут такая возможность совместить приятное с полезным. Естественно, я решила попробовать. Ну, и, в общем-то, ушло у меня на это ни много ни мало, декабрь, по-моему, весь я там была как-то в раздумьях, январь. И очень хорошо помню, что в один из дней как-то у меня все не доходили руки, заказы тогда посыпались сначала к Новому году. Я вязала до ночи, тогда, кстати, заработала первую бессонницу, такую конкретную, от которой даже стало тяжело избавиться. Я никогда в жизни не могла бы подумать, что ты
хочешь спать, но не спишь. Что так вообще может быть? Ну, хочешь — спи, не хочешь — не спи. Вот. И январь тоже. Уже тогда посыпали заказы к 23-му, на Рождество, День Святого Валентина. Короче, такие вот, ну, скажем так, не крупные сильно праздники. И в один из вечеров я просто как-то сидели мы, я говорю: слушай, ну надо делать, что, сколько можно думать. Я как сейчас помню, что это было 16 февраля, и я просто села, открыла ноутбук и зарегистрировала тогда новый профиль, потому что у меня был профиль, с которого я смотрела тогда YouTube, писала какие-то комментарии. Но я не нашла информации о том, насколько это важно, то есть нужно ли новый профиль или что делать. В общем, решила открывать новый. 16 февраля я открыла новый канал, новый аккаунт, к нему привязала канал. И только 9 марта, если я не ошибаюсь, у меня вышло, ну, 9 марта, да, 2016 года у меня выходило первое видео, посвященное именно вязанию. Вот, так что... Такая вот эволюция была, да, от зрителя до блогера. То есть не было у меня такого молниеносного желания начать что-то снимать. И даже я не думала о том, что я прям буду там каким-то крутым блогером известным, и что у меня там будет куча видео, куча подписчиков. Вообще просто в первую очередь было желание попробовать, что это такое, с чем это едят. Вот, попробовала. Так, второй вопрос. Вы долго решали снять свое первое видео? Решала снять видео первое, я недолго решалась. Я скорее долго снимала. То есть я уже открыла канал, мне нужно было что-то придумать с подпоркой. Я не могу сказать штативом, да, потому что это неправильно. С тем, куда я буду совать камеру. У меня тогда была видеокамера. Мне папа дарил на рождение старшего сына, чтобы я могла запечатлеть лучшие моменты его жизни. И я, соответственно, на нее снимала первые, ну, года полтора, по-моему, если не ошибаюсь, может быть, чуть меньше. Вот. И пока я, в общем, я очень хотела, чтобы моим первым видео было видео о запасах пряжи. Тогда у меня, из-за того, что я уже вязала на заказ, очень активно принимала заказы, у меня в запасах было что-то около 8 килограмм пряжи. И мне тогда казалось: боже, сколько пряжи. Она стояла в коробках картонных в комнате, да. Мы тогда жили в одной комнате с сыном, и возле батареи стояли коробки бочком, ну, типа полочки такие, имитация. Сейчас вспоминаю, прям милота. И там лежала эта пряжа, и мне тогда казалось: вау, сколько много, вай-вай-вай, сколько много пряжи. И плюс еще у меня часть лежала в тахте, но там в основном были остатки от прошлых проектов, да, где-то моточек, где-то два. И я на тот момент обожала, просто обожала смотреть видео о запасах пряжи, о покупках, вообще неважно, просто про пряжу. Плюс тогда, на тот момент, я еще... Ну, я сейчас недалеко от этого ушла. Я старалась вязать из того, что мне уже понравилось. То есть мне поступает заказ, допустим, да, я без понятия, с чего вязать. Я иду в офлайн-магазин в городе и подбираю пряжу. Ну, вот чисто как могу, так и подбираю, да. По цветам, естественно, ориентировалась. По составу, то есть, если это зимняя вещь, то понятно, что должна быть шерсть. По узору. Если узор там мелкий, то, соответственно, и пряжа тонкая. Вот, и мне было любопытно смотреть эти обзоры, потому что в моих магазинах, которые были в моем городе, очень много чего отсутствовало. То есть в основном привозили какие-то такие стандартные позиции из серии, знаете, Baby Wool, там Bella, Lana Gold. То, что в основном берут покупатели, то к чему привыкли, то есть, ну, фактически нас приучили вязать из одного и того же, да. Вот. И я тогда прямо мечтала о том, что первым моим видео будет видео именно о запасах пряжи. И я не могу сейчас точно сказать, сколько раз я его переснимала. Потому что вначале это было видео, где я разложила всю пряжу на своем диване, на котором я спала. И сколько раз я там это все переделывала, в общем, безрезультатно.
Потом на пару дней меня отпустила. Это было накануне моего дня рождения тогда. На пару дней меня отпустила. И потом я снова решила снимать. Ну, то есть пробовать еще. Как-то иначе. И видео запасов пряжи я в итоге снимала на подоконнике. Вот. Но оно, по-моему, не сразу вышло. До этого было пару разговорных видео, какие-то там теги. Ну, в общем, все такое сейчас если посмотреть. Но мне кажется, я некоторые видео удалила из самых первых. Там, конечно, вообще сразу видно начинающий человек. Вообще ничего не понимает. Ничего не видно, ничего не слышно. Такая ерундень полнейшая. Вот, поэтому, в принципе, именно сесть, ну, долго решаться на съемки видео, такого не было. Проблема была в том, что я очень долго пыталась так снять, чтобы я позволила себе это выложить в открытый доступ. А с монтажом сколько проблем было, это вообще, как сейчас помню. Так, третий вопрос. Вы думали снимать видео для YouTube легко, а оказалось... Вы знаете, я никогда не думала, что это легко, потому что это очевидно, что это не совсем легко. Но спустя, наверное, пару месяцев, может быть, ближе к лету, я поняла, что это вообще такой конкретный труд, да. И пока сам не попробуешь, никогда в жизни не поверишь. Не то, чтобы не узнаешь, но это очевидно, что не узнаешь, но и не поверишь. И сейчас находятся люди такие, которые с легкостью пытаются обесценить труд блогера. Но тут очень важный есть момент. Вы просто должны эту информацию пропускать мимо ушей, потому что люди, которые обесценивают ваш труд, они знать не знают, о чем они говорят. И поэтому в основном блогеры между собой дружны, да, если они когда-то в определенный момент времени спелись, то обычно это достаточно долгая такая, ну, дружба, пусть будет дружба, да, потому что все-таки общаемся регулярно. Вот, и только блогер может оценить, насколько эффективно работает другой блогер. Вот. Зрители, конечно, тоже. Без их поддержки мы никуда бы не продвинулись, это однозначно. Но я никогда не думала, что это просто. Просто это оказалось сложнее, чем я думала. Да? То есть я знала, что это сложно, но что настолько сложно, я могла только догадываться. Четвертый вопрос. Насколько быстро вы решились показаться в кадре зрителю? По-моему, это было спустя неделю. И у меня было первое видео о готовых работах. Что-то типа того. И за последнее время или готовые работы, текущие процессы. Я там вообще не улыбаюсь. Когда у меня была в апреле вот эта проблема с каналом и с видео. Потом приходилось восстанавливать доступ ко всем видео. И, ну, приходилось, конечно же, там заглядывать, да, смотреть, что там в том видео, освежить немножко память. И вот то видео я посмотрела от начала до конца, просто для того, чтобы ощутить эту разницу. То есть я к себе, на самом деле, достаточно критично отношусь. Меня всегда что-то чуть-чуть не устраивает. Ну, мне кажется, это нормально. Но то видео, оно такое одновременно и милое, и в то же время очень зажатое. Я там вообще не улыбаюсь. Такое ощущение, будто я рассказываю про какую-то, не знаю, ядерную войну. И показываю там и процессы, и готовые работы, хорошая готовая работа. Но где улыбка, не знаю. Почему такая серьезная? Вот, поэтому нет, недолго. Мне кажется, там, ну, что-то в районе недели прошло, и я села лицом в кадр. Очень долго подбирала ракурс, потому что, как я уже сказала, мы жили в одной комнате с ребенком, и у нас... В комнате было настолько тесно расставлена мебель, что даже не было голой стены, чтобы как-то вот сесть, знаете, и за кадром не было там кучи шкафов каких-то, полок, чтобы не было загромождения сзади. Вот, тогда мне казалось, что нужно, чтобы все было по минимуму. Вот, пятый вопрос. Как вы воспринимаете негативный комментарий, когда автор этого комментария не прав? Но обидеть вы его не хотите. Ну, давайте начнем с того, что то, что мы хотим обидеть или не хотим обидеть, это вопрос воспитания. То есть, если вы не хотите обидеть кого-то, даже если обижают вас, то, скорее всего, просто очень хорошо воспитанный человек. И в большинстве случаев такие люди просто блокируют эти комментарии. И на этом все. В том числе так делаю и я. Но иногда, вот у меня был тут недавно случай,
было такое саркастичное настроение. Я залезла в комментарии и немножечко там поотвечала. По-моему, 2 или 3 комментария таких написала. Не оскорбительных, никаких не агрессивных, а просто немножко с юмором. Ну, у меня такой юмор. Я же предупреждала, что юмор у меня не очень смешной. Да, то есть я по природе своей, по настоящей натуре, у меня черный юморок. И шуточки не всем подойдут. Далеко не всем. И вот я пошутила пару раз в комментариях. Людям не понравилось. Естественно. Вот. Поэтому я все так же буду делать. Я буду просто это все дело банить. И никому не позволю разводить срач в комментариях. Поэтому я реагирую именно так. Опыт и практика. Нет, вначале, конечно, было не так. Вначале все блогеры вначале пытаются выяснить причину неадеквата. И все приходят рано или поздно к мнению, что бесполезно разговаривать, если человек пришел и пишет тебе негатив какой-то очень субъективный, да, то есть, ну, лишь бы написать, лишь бы доцепиться, то разговаривать с ним бесполезно. То есть пытаться там узнать, что ему не подошло. О, великий, могучий господин, что вам не подошло? Давайте мы все переделаем сейчас. Вот. А потом все понимают, что это бесполезно. Ну, то есть, во-первых, всем не угодишь, да и не нужно этого делать. На каждого блогера найдется свой зритель. И каждый должен делать так, как он считает нужным. Потому что придет время, и вам просто надоест делать так, как вы не хотите. Вот, поэтому я, особенно сейчас, я уже вообще не думаю о том, чтобы бояться кого-то обидеть. Но человек, когда пишет, он же не думает о том, обидит он вас этим негативом или нет. Что вы тогда за это переживаете? Вот. Так что тут 2 пути. Самый верный – это игнор и бан. Если хочется поразвлекаться, да, пошутить, как я это сделала. Ну, можно и так поразвлекаться, почему бы и нет. Но главное не перестараться. Так, 6-й вопрос. Спустя год ведения канала, может и больше, у вас возникало желание закрыть канал? Если да, то почему? Однозначно возникало, но оно очень быстро проходило. И, наверное, все вот эти, ну, не такие частые случаи в основном были связаны с тем, что в какие-то определенные моменты я приходила к мысли, даже не знаю, как это случалось, что пора закругляться, да, то есть здесь я все, что хотела, уже взяла, надо идти дальше. Но меня останавливает то, что мне нравится это делать, в первую очередь нравится, да, а во вторую очередь все остальное. И если бы не тот факт, что я делаю любимое дело, я бы, наверное, уже свернула свои манатки. Вот. А так, чтобы вот на кого-то обидеться или за какого-то комментария, никогда такого не было. Ну, может быть, только в самом начале, но это, знаете, очень импульсивно. Такая, все, я пошла. 5 минут проходит, ты уж куда ты пошла? Садись, снимаем дальше. Вот, так что такого, что прям я собиралась закрывать каналы навсегда-навсегда, такого не было. 7-й вопрос. Сейчас, снимая видео, часто вспоминаете свои мысли, когда были просто подписчиком и думали, ну чего сложного сидеть перед камерой и говорить. Я так не думала, ни разу никогда не думала. Я даже, знаете, что помню, смотрела видео Кати Кадыровой, опять же, да, она там сидела в джемпере в сиреневых цветах с шивным регланом. И она какую-то болталку там вещала, да, то есть не показывала ни вязания, ничего, просто вот разговорное видео. Она сидела лицом в кадре и так спокойно что-то так рассуждала, так спокойно и залипательно, я бы сказала. Я все думала, ну как вот, как она сохраняет такое спокойствие, как будто она всю жизнь это делала. Поэтому чтобы я там сидела какая-то, ой, типа, что она там из себя корчит, да? А сейчас сижу и думаю, ё-моё, такого не было. Я всегда знала, что это непросто. Ну, это, в принципе, в целом не может быть просто, иначе все бы были очень популярными, раскрученными и так далее и тому подобное.
Восьмой вопрос. Ведете свои СП или вышивальные игры? Ну, давайте вязальные игры. И если да, то был ли момент, когда вы радовались или сожалели о том, что ввязались в этом? О, этому можно посвятить целое видео. Свои СП я веду. Вот сейчас у нас идет совместник «Пора надеть 3». Нет никаких негативных ощущений от этого. То есть, ну, все хорошо. Все вяжут, но этот совместник, он лайтовый. Тут нет никаких строгих рамок, правил. Мне не нужно... Не нужно как-то четко прям сильно следовать, особенно следить за другими какими-то участниками. Каждый сам по себе, но в то же время мы как будто бы вместе. Из совместных проектов еще я проводила марафоны в завязке. Изначально мы их проводили вдвоем с Иришей. Вот, и это было ужасно сложно. Приходилось выбрасывать где-то раз в неделю 2 дня из своей жизни. И это было, ну, просто мучительно, я бы сказала. И мы, когда с Ирой провели 2 сезона, с разницей, по-моему, в что-то типа там в лето, да, то есть весенний, и потом сразу осенний. Тогда поняли, что это очень-очень-очень времязатратно, и это абсолютно неправильно тратить время на это все дело. И тогда появилась мысль попробовать проводить эти марафоны платные. Ну и как-то зашло, а с последним марафоном получилась неувязочка. Я переоценила свои силы, ну и там, конечно, не все так гладко прошло, как бы мне хотелось. Но это было, это тоже опыт. Теперь я знаю, что я в такое никогда в жизни не ввяжусь. То есть это, во-первых, в первую очередь, я должна быть уверена в том, что я буду свободна столько-то и столько-то, и что я могу себе позволить столько времени посвятить этому проекту. Во-вторых, туда нужно добавлять какую-то новую свежую идею. Она есть, но она еще очень сырая. В-третьих, нужен помощник однозначно, а лучше 2 или 3, которые будут следить за ходом этого марафона, да, то есть именно за участниками. Пристальное наблюдение. Вот, потому что в одной голове всего не удержать. И последняя причина, я даже не знаю, отсутствие доверия к людям. Ну, что поделаешь, ушло доверие, ну что, это же не магазин и купил там 300 грамм этой мортаделлы, и все, и доверие вернулось. Нет, к сожалению, нет. Поэтому сейчас совместные проекты только такие вот лайтовые, да, какие-то типа «Пора надеть». Так, чтобы я кого-то собирала, это только если я сама лично выберу определенных блогеров, которые мне понравились, чем-то меня зацепили. А мне захотелось им помочь в развитии, я их приглашаю в свои совместные проекты, и мы их проводим, эти совместники. Так, и что тут еще? Радовались, сожалели, что ввязались в это. Есть совместники, в которые я собиралась вступить, допустим, но не вступила в итоге. Из последних это Total Look 2. Я собиралась участвовать, но вовремя поняла, что я физически не потяну. И хорошо, что я в последний момент соскочила, потому что иначе у меня бы не было готовой работы. То есть, ну, какой тогда смысл? Потом как-то я участвовала много лет назад, 4, попыталась ввязаться в совместник что-то типа завязки, уже, к сожалению, не помню название, краски лета, что ли. И мне было очень скучно участвовать, поэтому я там тоже недолго проторчала. Потом я участвовала в марафоне 7 шапок в позапрошлом, наверное, году, в 19-м, да, зимой, осенью точнее. Мне очень понравилось. Это такой вызов самой себе, да, успеть максимально быстро создать эти шапки. Что еще, где я участвовала? Ну, в общем-то, на самом деле, если я куда-то вступаю, и мне жутко неинтересно, я ничего плохого не вижу в том, чтобы оттуда уйти, даже посредине пути. Ну, достаточно. Раньше я думала, типа, ну, о, я что подумают люди, надо довести до конца, а теперь думаю, я не хочу, почему я должна это делать. Все стало намного проще. 9-й вопрос, снимая видео сейчас, имея уже опыт в съемках,
Ты прислушиваешься к просьбам своих подписчиков и зрителей или снимаешь только то, что считаешь нужным? Конечно же, я прислушиваюсь к просьбам, но это просьбы такие вот из серии, да, можно ли там звук погромче или потише, уберите музыку, да, ну, то есть мне, конечно же, важно, чтобы было комфортно и смотреть, и читать. Я стараюсь с качеством что-то постоянно делать, ну, не постоянно, когда меня что-то начинает смущать, я пытаюсь это исправить. В данный момент качеством картинки я довольна. То есть, ну, выше не вижу смысла делать. Да, все хорошо видно, и в мастер-классах фокус есть, все нормально. Со звуком тоже вроде проблем нет, да? Микрофончик появился, вообще красота стала. Редактор новый вот приобрела, который хорошо вытягивает звук. Что еще? Я не прислушиваюсь, ну, или очень редко прислушивалась раньше к запросам на мастер-классы бесплатные, потому что это очень-очень-очень, как это правильно сказать-то, неоправданно, да? Это только удобно, когда ты в начале своего пути, когда там у тебя 50 подписчиков, и тебе хочется узнать, чего хотят люди. Но ты чем дальше растешь, тем больше понимаешь, что это хотят только те, кто соизволил высказаться, да, то есть, ну, а остальные, они просто еще не дошли до твоего видео, или постеснялись, или забыли написать, вот, поэтому запросы на мастер-классы, это вообще очень-очень-очень сложный вопрос, это только когда ты уже достаточно раскрученный, и там, пару тысяч человек попросили, и я бы тогда, конечно, сняла тоже. А когда это 3, 4, 5 человек, ну, это не то. Вот, каким советом еще прислушиваюсь, когда просят какие-то видео снять, если я могу себе это позволить сейчас, да, вот я не так давно снимала «Успеть за час», и я там говорила о том, что мне кажется, что формат себя изживает. Но вы знаете, в комментариях было очень много обратной связи, ну, не миллионы, конечно, комментариев, но то, что было, оно все было за этот формат. То есть люди писали о том, что им интересно наблюдать, несмотря на то, что это, ну, такое видео, ну, уже заезженное слегка, да. Вот, поэтому я решила, что я оставляю «Успеть за час», просто не буду это проводить каждую неделю, а может быть и буду. Сегодня хочется, завтра не хочется. Ну, в общем, буду делать так, как моя душенька хочет. Так, дальше. Десятый вопрос. Сейчас, став снимать видео на YouTube, ты остаешься зрителем или теперь смотришь как отдельное видео только для того, чтобы быть в тренде? Вот, кстати, чтобы быть в тренде, я не смотрю вообще ничего. Я не в состоянии заставить себя смотреть тех, кто мне не нравится, только потому, что он вяжет трендовые вещи. Ну вот, не могу и все, и не буду этого делать. Я зритель, естественно, однозначно я смотрю как отдельно YouTube. Сейчас очень мало, и сейчас прям жутко этого не хватает времени. И если есть возможность, я бегом. Бегом, хоть что-нибудь посмотреть. И я смотрю тех людей, которые мне нравится смотреть. Мне даже не столько важно, что эти люди вяжут, насколько они хорошо или качественно вяжут. Я в первую очередь иду смотреть человека. Да, а уже потом параллельно любуюсь его работами или процессами. Поэтому я зритель, конечно, да, но не по трендам, а по душам. Вот так я скажу. Есть очень много каналов, ну, очень много. У меня в подписках всего около 30. Но из тех 30 вязальщиц практически ко всем я отношусь с огромной такой вот человеческой любовью. Мне эти люди очень сильно импонируют. Вот, так что. Тренды, это, конечно, хорошо. Но хочется в моменты, когда ты смотришь YouTube, не напрягаться, а наоборот расслабляться. 11-й вопрос. Как зритель, ты поддержишь новичка при съемке видео или сразу станешь рассказывать ему в комментариях, что делает и так? И как, наверное? Ну, вы знаете, как я отношусь к советам, да?
Я сама не прошу и давать их не люблю. Но бывает такое, что мне блогеры сами пишут начинающие. Вот, посмотрите, пожалуйста, посоветуйте. Тогда, конечно, я, скрипя зубами, дабы никого не обидеть, посмотрю, конечно, посмотрю. И если найду что-то дельное, посчитаю, что вот тут очевидно, что это можно исправить, я поделюсь этим советом. Мне не жалко, потому что человек сам об этом попросил. Но так, чтобы посмотреть кого-то начинающего и пойти ему строчить там эпопею о том, как надо и как не надо, да в жизни не стану этого делать. Ну, просто меня потому что об этом не просили. Знаете, есть такой сейчас прикол, рассказывают, что я умею делать носом такое, чего не умеет делать 90% населения планеты. Это совать свой нос туда, куда тебя не просили. Вот если меня не просили, то я и не сую. Вот. 12-й вопрос. Как творческому человеку к вам приходят новые идеи? Часто ли вы их воплощаете в жизнь на канале или при осмыслении, как это реализовать? Откидываешь как много и часто. В мою голову идеи приходят постоянно. Но чем больше я завязана на планировании, тем чаще я отметаю идеи, которые... Ну, естественно, я их оцениваю, да, и если я вижу, что, ну, такая себе идейка, то я, конечно, ее отметаю, оставляю только самое лучшее или самое необходимое, вот так, да, потому что лучшее и необходимое – это не всегда одна и та же вещь, это в основном разные все-таки вещи. Стараюсь записывать, если что-то очень такое удачное, или зарисовывать, как могу, да, потому что художник я такой себе, как конюх приблизительно. Поэтому так, чтобы, знаете, чтобы взглянуть потом, спустя месяц, и понять, что ты тут рисовал. Вот так мне достаточно сделать. Вот. 13-й вопрос. Почему на вашем канале нет отпуска? Потому что я трудоголик. Ответ А. Трудоголик. Нет, у меня есть на самом деле на канале... И не один простой такие, знаете, бывает хоп, и нету 3 недели видео. Но все эти простые, они такие внезапные, да, не запланированные и явно не по причине отпуска. Это или я запоролась так, что мне просто нужна пауза, чтобы все остальное подтянуть, или я слишком сильно занята какими-то бытовыми вопросами и просто физически не успеваю снимать. Но так, чтобы я пошла в отпуск, ничего не делала, не снимала, там, не монтировала. Да не помню такого вообще. Вот. Я даже если так буду говорить, что вот, все, надо отдохнуть. Я уже так говорила. Я все равно, меня хватает, ну, на 2 дня. И то, если хватает. Потом я начинаю судорожно что-то выискивать. У меня был период, когда я снимала видео наперед. И сейчас, кстати, снимаю видео наперед. Сегодня понедельник, я снимаю на среду. Потому что хочу прийти к определенному режиму, да, своей рабочей недели. Но вряд ли это можно назвать сильно наперед. Но было и сильно наперед, когда мы первое лето здесь на территории на этой жили. Здесь не было интернета абсолютно. И тогда я не могла себе позволить какой-то безлимитный интернет. И я снимала все, монтировала, складывала в компьютере в папочку. Потом ехала к маме в другой город с компьютером. И все это дело загружала на канал, выставляла все настройки заранее. И у меня потом целых 2 недели выходили сами по себе запланированные публикации. Да, то есть видео, которое я заранее подготовила. А я в это время снимала на следующие 2 недели. Это было не очень... хорошо, потому что не было мотивации. Ты снимаешь, а люди этого не видят, не смотрят, да? Так, следующий вопрос, 14-й. Раздражает ли вас, что подписчики считают, что назвав имя дизайнера, рукодельный магазин или производитель наборов для вышивки, давайте, там, вязание, да, или инструменты, вы его рекламируете, а после неудачного заказа схемы виновны будете вы. А, меня ничего не раздражает, просто потому, что я считаю, что каждый считает так, как ему нужно.
Если кто-то считает, что это реклама, ну, на здоровье считайте. Почему меня это должно раздражать, я не знаю. Я вам скажу так, что я вообще не разделяю информацию на реклама или не реклама. Какая, к черту, разница, реклама это или не реклама. Я в первую очередь прислушиваюсь к самому отзыву о товаре, о человеке. Если о нем хорошо отзываются, то какая разница, реклама это или нет? Вы просто для себя делаете, ну я просто для себя делаю вывод, стоит ли мне заглянуть туда, куда меня зовут, или нет, и все. После, если вдруг так случится, что я прорекламирую скрыто или не очень, пряжу какую-то определенную, ну, допустим, новое, да, Moon. Знать не знаю, что это за пряжа, знать не знаю, кто производитель. Ну, то есть тут, конечно, написано, но мы не знакомы. И мне за это денег никто не платил. Но если кто-то вдруг решится на Wildberries заказать такую пряжу, и она ему не подойдет, то я-то тут при чем? Я сама еще не пробовала. Может быть, и мне не подойдет. Поэтому человек просто должен брать ответственность на себя, а не перекладывать. Это очень удобно сказать. Ха, вот, блин, она мне посоветовала, я купила, оно там нехорошее оказалось. Это неправильный подход. Так, 15-й вопрос. Ожидания и реальность или просьбы и просмотры? Как это правильно считаете? Ничего не поняла. Просьбы и просмотры. Слушайте, можно я пропущу, я не поняла смысла вопроса. 16-й вопрос. Вы используете свои иголочки? Витание фото нелюбимого блогера. Нет. У меня нет нелюбимого блогера. Зачем мне нелюбимый блогер? Жизнь всего одна. Я хочу иметь любимых. Есть, знаете, есть люди, к которым я хорошо отношусь, и есть люди другие. Вот и все. Поэтому спицы в глаз я никому не метаю. Не моя методика. Тут надо не у меня спрашивать. 17-й вопрос. Стресс в любом случае бывает от ведения канала. Как вы с ним справляетесь? Станьте спонсором. Ага, это уже не то. Так, стресс. Как вы с ним справляетесь? Хороший вопрос. Не знаю, как-то справляюсь. Как-то справляюсь. Ну, наверное, то, что сейчас происходит, я не могу сказать, что для меня это сильный стресс, честно. Ну, людям нечем заняться, ну, грустно. Ну, для них, для меня-то что? Ну да, у меня есть, конечно, моменты, где мне действительно навредили. Пройдет какое-то время, я поделюсь с вами этим, да, чтобы просто вы, как это, осторожнее были в жизни. Вот. Так, чтобы я сильно из-за этого стрессовала в этот раз, нет. Уже самый сильный стресс был, когда вот марафон в завязке был, и тогда скандал этот начался внутри самого марафона. Я рассказывала, кстати, на влоговом канале причину, откуда ноги растут, да. И многие мои подписчики, с кем я лично общаюсь там периодически, они знают эту ситуацию. И тогда был действительно сильный стресс, но тогда, знаете, как было? Там был в первую очередь стресс, я только что родила, у меня ребенок не спит, кричит, я ничего не успеваю, я есть не успеваю, не получается. И тут еще и это. Вот, тогда это просто было, одно на одно наложилось, это было, конечно, нелегко. Но все проходит, все проходит, это, во-первых. Во-вторых, ко всему привыкаешь. К сожалению или к счастью, даже не знаю, как правильно. Ты все равно в любом случае привыкаешь. Если про тебя плохо говорят, это не знаю, кто-то меняется, ну, под чью-то дудочку начинает плясать. Это не есть хорошо, я считаю. Кто-то просто привыкает и работает дальше. Вы знаете, у меня, наверное, просто в этом плане богатый жизненный опыт, я бы сказала, да. Я всегда была человеком, чье мнение сильно отличалось от мнения остальных. Потому что люди в большинстве своем,
они зависимы от чужого мнения. Ну, так случилось, да, что вот им никто не объяснил, наверное, в детстве, что нужно делать так, как хочется, а не так, как кто-то сказал. И это неправильно, потому что в такие моменты ты проживаешь не свою жизнь. Ты не получаешь от нее удовольствия, ты делаешь так, как тебе там нашептали на ушко. А я даже не знаю, когда со мной это случилось. Мне кажется, что в момент, когда мои родители разводились, вот я была ребенком совсем, мне было лет 11. И вот тогда у меня это все как-то взыграло. Гормоны, видимо, роста. И я поперла. Только так, как я хочу, не иначе. Вот. Поэтому сейчас мне это все дается намного проще, чем это было в 12. Вот. Так что стресс, ну это даже стрессом сильно не назовешь. Слушайте, стресс из-за ведения Ютуба, но это детский сад. Если вас что-то сильно беспокоит, ну там какие-то хейты, да, боже мой. Перестаньте просто думать об этом. Самый сильный стресс, который можно получить, это когда что-то случилось в твоей семье, с твоими родителями, с твоими детьми, с близкими людьми. Вот это стресс, да, это сложно пережить, это нужно пережить, это сложно, но нужно. А стресс из-за ведения канала – это такая ерунда, чепуха просто. Это если бы я в 5 лет канал завела, я бы там, наверное, от хейта, ну, переживала бы, но не в 33. Вот, это были все 17 вопросов. Надеюсь, что вы неплохо повязали. У меня даже клубочек вот закончился. И надо сейчас будет рядочки пересчитать. Мне, видать, не хватило на полосочку. Ну, не страшно. Так, ну что, заглядывайте в инфобокс. Переходите по ссылкам. Подписывайтесь на девчонок. Мы с вами увидимся в новых роликах совсем уже скоро. Я очень надеюсь, что завтра. И всем пока-пока.